Здоров, пироманы! Добро пожаловать в опасную зону. Сегодня у нас атмосферное предновогоднее видео. Мы будем взрывать елочные украшения, кидать их с помощью катапульты в снеговика. Выпало на снег, но со льдом видео не будет, так как у нас на улице плюс 4. Будем также использовать такие защитные средства. Это перчатки кольчужные, металлические, а также маска, которая будет защищать от осколков. Если они, конечно, будут. Вот у нас стоит снеговик на расстоянии 15 метров. Также зарядил катапульту, но хочу ее для начала проверить. Есть такая гранатка. За снеговиком упала. Ну, такая слабенькая. Так, второй квадробум. Давайте попробуем его запустить. О, очень далеко. Но было красиво. Так, зажигалка в снег упала. Заряжаем. Какой бы теперь бахнуть? Давайте такой маленький красненький. Еще одна малютка. Так, это тоже перелетит, скорее всего. Но взрываются красиво. А этот у нас уже с эффектом. Надеюсь, сейчас снеговика точно попаду. Отходим. Сейчас я немного переставлю свою катапульту, потому что не попадаю в снеговика. Моя катапульта швыряет квадробумы метров на 20 где-то. Я ослабил немного резинки. Давайте теперь взорвем обычный квадробум, без никакого эффекта, 5 на 5. О, а это слабенько. Блин, как сильно. Офигеть. Вы посмотрите, какие взрывы. Нифига себе его разрывает. Есть у нас еще такой квадробум. Он со звездками. Красные и зеленые. Так, полетел. Ох, как зашвырнуло его. Да, это было громко. Получается, катапульта у меня немного косая. Но мы в любом случае взорвем сегодня этого снеговика. Давайте теперь возьмем такой квадробум 6 на 6. Тут взрыв уже будет очень сильный. У всех этих квадробумов фитили длинные, горят очень долго. Есть время, чтобы убежать, чтобы спрятаться. Но, ребята, ни в коем случае не повторяйте. Это очень опасные взрывы. Так, погнали. Чуть в лоб не попал. Это прямо звук такой хороший. Давайте возьмем такой квадробум. Хотя нет, этот с эффектом. Чуть-чуть подождет. Так, что бы нам взять? Вот этого. С синей вспышкой. Так, погнали. Пушечки заряжены.
Стреляем. Красота. Запустил я дрон, вон летает между сосен, для того, чтобы вы видели эти воронки, которые в снегу остаются. Возьмем такой квадробум, он тоже с синей вспышкой. Катапульту я отставил чуть подальше. Надеюсь, сейчас попадем в голову ему. О, смотрите, прямо в нижний. На себе. Ребят, ну это капец. Нету снеговика. Офигеть. Вот это было вообще четко. Да, конечно, снеговика там как и не было. Давайте взорвем еще один такой квадробум 6х6. Вот он, красавчик. С эффектом. Уже не помню с каким. Так, погнали. Должен упасть на то же самое место. За снеговиком. Мать его, как красиво. Резиночки я потянул на катапульте, чтобы дальше запускать вот такие шарики, которые похожи на бомбочку. И отходить я буду подальше. Метров на 25, может даже 30. Так, запускаем. И убегаем. Ну и разлет. Смотрите, какой квадробум. Огромный. Со свистом. Давайте его запустим. Ой-ой-ой. Капец, как это громко было. Теперь, ребятки, такой зеленый квадробум. Тоже с эффектом и со свистом. Чуть-чуть поменял направление катапульты. Давайте посмотрим на этот взрыв. Обалдеть. Осталось у нас всего две елочные игрушки и две самые опасные. Давайте такую гранатку взорвем. Она намного мощнее, чем две предыдущие были.
Тут-то я тоже подальше убегу. Вот за елочкой. Я надеюсь, хоть дрона не прибило. Посмотрите, сколько дыма. И ветра нету. Самый огромный квадробум. 10 на 10. Так, поехали. Совсем слабенько. Так, но мы спрятались. Вот это аж по груди дало. Офигеть. Предыдущие взрывы не были такими сильными. От них даже в ушах не звенело. Вы посмотрите. Офигеть. Будто минное поле. Взрывы были очень мощные. Наш снеговик разлетелся еще после первых квадробумов. Но зато безопасные. В нашу сторону ничего не летело. А кому понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Ну а на сегодня, пожалуй, все. До встречи в новых роликах. Всем пока.